Он пришел из прошлого. А здесь где? Москва! Чтобы восстановить справедливость в настоящем. Ты просила помощи. Вообще, что происходит? Вот. Ты хочешь сказать, что это чудо природы может найти в материалах дела нечто такое, чего не нашла вся следственная группа во главе с первым замом генпрокурора? Да он не помнил ничего. Ты меня понимаешь? Извольте для начала представиться. Охотник я. О, как. Средневековые методы ведения следствия в сериале «Охотник». По будням в 8 вечера на RTVI. Подключайте RTVI на кабель Deutschland.